действительная, достойная, правильная, настоящего героя, первого на поле боя. Уязвимые, бедные, невинные животные всегда могут спросить Жанну, когда враг идет на войну. В конкретной ситуации нужен анализ конкретный. Понимание пессимизма и готовности оптимизма могут добраться до правды, докопаться до истины, справедливость восстановить и правосудие вершить. Везде буду добро творить, всегда готова подбодрить всех, которые страдают, которые умирают из-за таких неправильных законов, несправедливых, как злодеи миром правят, как они добрать, добрать все хотят. Настало время действовать, усилия наращивать. Обещаю, пока живу, сопротивляться варварству. Я клянусь, честное слово, к этому всегда готова. Не считайте меня трусой, чувствую себя способной. Так, да, замкнутого мира, самой открыт всех воротов и бесконечной вселенной, с толкостью, несгибаемой, как бескомпромиссный герой. Все узнаю любой ценой. Когда жизнь единственная, законная, достойная, везде стать верой и правдой, такой самоотверженной и подлинной, и преданной, такой истине взвешенной. Все отдать всегда готовой. Приняю на себя судьбу, победу взвятую борьбу с такими вероломными, жестокими палачами. Попытки невинных спасти от смертельной опасности. С радостью, гордостью, ответственность принимаю, цели и важность понимаю. Не подведу, обещаю, не потерплю неудачу. Выполню свою задачу. Много подлинной радости самим несчастным принести. Всем животным, которые невинно бегут на земле, моя истинная судьба. Такая взятая борьба, злодеям противостоять и постоянно воевать, усилия предпринимать, чтобы всю правду раскрывать и с честным сердцем работать, как правильно добро сделать. Так действует бесстрашная, великодушная Жанна. Спасибо.